Послушайте, я, если честно, не понимаю. Огромное количество людей живет за чертой бедности. Многие люди в 2013 году реально умирают от того, что у них нет воды, от голода и так далее. И тем не менее тратятся миллиарды на освоение других планет. Ну вот, на эти деньги можно было бы, не знаю, на те деньги, которые НАСА тратит на вот эту программу, можно было бы, не знаю, ну, несколько стран африканских точно снабдить водой на год, может быть, а то и на больше, а то и всю Африку. Я просто, ну, честно говоря, не знаю, какие там суммы, но я уверен, что можно много очень воды натарить неграм. Это грубо прозвучит.